мы исполним песню Владимира Качана, которая называется «Мексиканские страсти». Кактусы и пальмы зеленели щедро, вдалеке кричала птица марабу. Ехал на кобыле мексиканец Педро, и все остальное видел он в гробу. А за ним неспешно, но предельно храбро, согревая душу сладким словом месть, ехал резать Педро мексиканец Пабло за жену родную, за мужскую честь. Там у них за это четко, как в аптеке, если кабальеро лезет на рожон, муж его обязан выключить навеки, хоть из пистолета, хоть простым ножом. И догнал злодея Пабло мексиканец, ему промолвил в мутные глаза: дескать, время сбавить твой прощальный танец, потому как мертвым танцевать нельзя. Когда я песни грустные пою, мужчины возвращаются в семью. Мексиканец Педро стал белее мела и просил пощады пред такой бедой. Неужели стоит это наше дело? Для меня, мальчишки, жизни молодой, только сталь сверкнула, и пришла расплата. Плачет мать-старушка в дальней стороне. В общем, нет резону в Мексике, ребята, приставать с любовью не к своей жене. Лариса Бауфал, Ирина Абушаева, город Томск. Наши громкие аплодисменты.